Вера Брежнева после бегства из России и развода с Константином Меладзе совсем обнищала. Однако украинская певица нашла новый источник дохода. Поддерживая свою амбициозную идею, артистка решила стать почетным коучем на рынке инстатруда. Платформа Каома, которую теперь представляет Брежневу, будет запущена 1 ноября, а участницы смогут прорабатывать различные темы в течение месяца, чтобы обрести внутреннюю силу львицы-тигрицы. Однако, чтобы принять участие в образовательной программе, нужно будет отчислить некоторую сумму. Цены на платформе Каома Веры Брежневой весьма демократичные, от $15 до $300 в месяц. Что в ответ получает соискательница? За эту стоимость участницы смогут прослушать образовательный подкаст и обменяться своими идеями с Верой Брежневой через Zoom. Идея платформы Каома вызывает интерес у женщин, которые стремятся стать успешными и самореализованными по жизни. Уникальная возможность обучения и личного общения с Верой Брежневой придают этому проекту особую привлекательность.